Всем привет, друзья! Вы на канале Киприотики. Там мама стоит. Да, там мама стоит. И мы сегодня приехали в аквапарк Цезарь Блю. Это комплекс расположен в местечке Боас, возле комплекса Four Season, возле комплекса Цезарь Бич. Вот дома. Вот начало домов, как они строятся. Один уже дом введен, вернее, построен практически. Второй дом тоже построен. Ну и активными темпами проводится строительство остальных домов. Аквапарк уже полностью введен, он открыт. Сейчас мы договорились, чтобы нас пропустили, сняли видео об этом аквапарке. Поэтому смотрите, будет интересно. Проходим через так называемое КПП. Тут у вас проверять будут ваши браслеты. Жители вы Цезаря, либо нет. Милашка, как тебе? Она такая... Он разговаривает по-русски. Вот здесь горка классно. Все, вот мы пришли. О, смотрите, какой большой аквапарк. О, у нас будет слышно, музыка не играет. Кто, куда? Я аквапарк откроется сейчас. Ты не говори, сейчас музыка играет, не слышно. Ноги свести. Смотрите, пока работает аквапарк, работники Афигрупп работают вовсю. Роются котлованы, строится фундамент, делается оснастка, обзаливаются новые, строятся новые дома. Кстати, этот дом напротив, он уже построен, и там сразу же находится море. Знаешь, что вот эти вот антикупы, когда ты едешь сначала в ванну, то есть тут огоньки, светодиоды внутри горки, темно, и светодиоды, ты едешь, сначала медленно едешь, потом быстро. Медленно, быстро, 5 минут, и потом резко. Меня сначала так понесло, так, блин, как я вылезу там железом, где там бросал. Это очень классная горка, давай скатывайся. Давай, ладно, все, пошли. Давай. Пока! Только лезь, лезь! Сейчас мы идем, ребята, за папой. Интересно, ему понравилась эта горка, либо нет? Ну что, как тебе? Нормально, ну знаешь, она не ускорялась сильно прям. Я так, сказать, да? Не испугался. Здесь такая воронка, в которую ты спрыгиваешь, и потом можешь проплывать сюда. Если плавать не умеешь, короче, стрёмно. Друзья, если вы устали, хотите отдохнуть, есть здесь ресторан-бар, ну, вернее, бар-кафе, где можете купить чего-нибудь такого мороженого, кофе попить, холодных напитков и в теньке посидеть, подготовиться к старту, к новым горкам. Но если вы устали, можно взять чего-нибудь покрепче, полежать на этих шезлонгах и понаблюдать, как другие купаются и плавают в этих аттракционах.
с мамой съездим на плюшке. Я сегодня в роли оператора. Вы должны мне заплатить налог. Видите, я у них сегодня вешалка трея. То уже скучно. Это впечатление отличнейшее.